ребят. Вот этот канал «Разговор с Богом». Сегодня попытаюсь сделать ролик «Выход из тела», быстрый выход из тела, поэтому буду спать на кухне, потому что, ну, там не буду снимать. Сегодня я покажу вам быстрый выход из тела. Здесь все написано на листе бумаги. Надо завести будильник до 5 часов, 4 часа до вставания. И перед этим, после как проснулся, до 5 часов до вставания, мы должны говорить некоторые слова. Это сон, выходи из тела множество раз, пока не дойдет тот момент, когда мы сможем выйти из самого тела. И это может продлеваться в течение полчаса, а может быть и больше. Так что, ребят, смотрите, что из этого получится. Я сам не знаю пока что. Посмотрим, что получится. Смотрите. Ну вот и все, ребят. Я сегодня сплю на кухне, потому что для этого я и делаю видео, чтобы вам показать, что это действительно можно делать. Вот, осталось мне меньше 2,5 часов спать. Потом я делаю, в общем-то, упражнение, которое поможет мне выйти из тела. И дальше посмотрим, что получится. Но, по идее, я еще должен поспать 4 часа. Ну все, ладно. До следующего записи.
Thank you.
Это сон уходи из тела.